Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Ганеша, меня зовут Марина, и это новая распаковка бумажных сюрпризов. Сегодня для вас приготовила целых две новинки. Это коллекция «Головоломка 2», это я от себя сделала для вас, а это коллекция «Световые мечи персонажей Звездных войнов». Здесь 6 пакетиков, это коллекция для Николая Грищенко. Ну, я сразу вот подписала пакетики, чтобы не запутаться, поскольку я не фанат «Звездных войнов». И смотрите, как здесь получается. Здесь у нас Оби-Ван Кеноби, соответственно, в этом пакетике будет световой меч Оби-Ван Кеноби. Я сказала, да, что это коллекция световые мечи. Здесь у нас Энакина Скайуокера будет световой меч, здесь Рей Скайуокер, здесь Люка, здесь Йоды и графа Дуку. Вот такая вот коллекция для Николая Грищенко. Ну, а от себя я сегодня для вас приготовила коллекцию «Головоломка 2». Здесь пакетики выполнены в виде шариков эмоций, да, воспоминания, разноцветные шарики. Ну, а прежде чем мы приступим к распаковке, я вам напоминаю, что у меня есть свой телеграм-канал Ганеша, нижнее подчеркивание, Вуд. Я вас всех жду там, подписывайтесь, все ссылки, контакты в описании. Также у меня есть отдельный телеграм, в котором я продаю деревянные значки. Тоже не забывайте, что я занимаюсь изготовлением и росписью деревянных значков. Переходите, смотрите и заказывайте значки. Ну что ж, а сейчас мы будем выбирать пакетики по комментарию Лолы. И давайте выбирать. Из коллекции Sailor Moon Лола попросила взять кулон с крыльями. У нас 3 пакетика, и вот этот вот кулончик с крылышками мы берем. Не забывайте писать свои комментарии, что свои пожелания, что вы хотите, чтобы я открыла в следующий раз. У нас остался вот такой вот круглый кулончик с месяцем и звездой. И вот такой вот бантик. Выбирайте. Затем коллекция «Желейный медведь Валера». У нас осталось 3 пакетика, и выбираем пакетик номер 3. 1, 2, 3. Берем его. Сюда в сторонку откладываем. 2 пакетика у нас остается. Слышите? Это кричат мои фанаты на улице. Ну, давайте дальше выбирать. Коллекция «Персиковая тема». Выбираем пакетик с 6 дольками персика. Да, 6 здесь, 6. Все правильно. Этот пакетик откроем уже в следующем ролике. Коллекция «Вопросы». Новинка прошлого ролика. Мы выбираем желтый пакетик с розовой надписью, да? Ну, давайте искать желтый пакетик с розовой надписью. Я даже не знаю. Вот этот вот такой вот салатовый зеленый с розовой надписью. Ну вот, да? Давайте мы его отложим. Сейчас мы еще посмотрим желтый пакетик с розовой надписью. Так, ну все, да, это вот один. Но это не желтый, это такой, знаете, светло-светло-салатовый. А вообще я вам не сказала вопросов. Сколько же у нас тут вопросов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Пишите просто номер. 12 вопросов у нас осталось. Итак, это мы уже выбрали. Эта коллекция у нас Куроми. Мы здесь по порядку открываем пакетики. Я вам говорила, это особая такая коллекция. Сегодня мы откроем кофточку. Здесь выбирать не нужно. Заканчиваем коллекцию Hello Kitty в разных образах. И из новинки Лола попросила выбрать четвертый пакетик или синий пакетик. Давайте смотрим. Здесь у нас, вот в этой коллекции «Головоломка 2», у нас, посмотрите, какие цвета. У нас здесь есть, вот, да, это больше голубенький. Давайте вот этот синий возьмем. Ну, здесь у нас красный, желтый, зеленый и фиолетовый. Это у нас «Головоломка 2». Здесь у нас, давайте посмотрим, есть у нас синий пакетик. Это у нас Йода. Берем. И вот такие пакетики у нас остаются. Угу. Ну что ж, мы свой выбор сделали. Теперь давайте открывать. Что мы откроем с вами первым делом? Что у нас в каталоге?
это мы закончили, это мы закончили. У нас персиковая тема. А, нет, нет, нет. Вру. У нас Hello Kitty. Эту коллекцию мы с вами сегодня закончим. Влюбленная Hello Kitty. Так. Ну, здесь у нас классика. Посмотрите, здесь у нас даже никакого образа нет. Просто Hello Kitty с цветочком. У нас здесь просто Hello Kitty, кстати, как раз-таки и не хватало. Под номером 3. Вот сюда. Очень миленькая, красивая коллекция, посмотрите. Очень мне нравится. Идем дальше. Заканчиваем. Нет, не заканчиваем. Открываем предпоследний пакетик из коллекции «Персиковая тема». О, по-моему, это сумочка. О, да, посмотрите, какая классная сумочка с персиками под номером 5. Тоже очень классная. Приклеиваем. Тоже красивая коллекция, особенно очень красивый эффект, когда я делаю контур у наклейки не белый, вот, допустим, как здесь, посмотрите, да, а когда я раскрашиваю каким-то цветом, да, вокруг наклеечки и вырезаю, получается у нас контур цветной. Это очень создает такой интересный эффект. Идем дальше. Медведь Валера. У нас большой пакетик с канала Познаватель. И под номером 1 сегодня у нас Валера с усами. Приклеиваем вот сюда. Тоже очень классная коллекция для Никиты Дашкина. Коллекция Sailor Moon. Первая страничка у нас до сих пор пустая. Смотрите, у нас вторая, у нас Sailor Jupiter. Третья у нас полностью собрана. Тоже давайте посмотрим, кто сегодня. Сегодня у нас такой красивый кулончик. Под номером 2. Ну вот, наконец-то, на первой странице. И это Sailor Neptun. Посмотрите, вот такая вот девочка. Давайте мы ее приклеим. И уже в ровном состоянии я вам ее покажу. В приклеенном, в ровненьком состоянии. Вот так вот. Посмотрите, Sailor Neptun у нас сегодня. Куроми. Мы здесь собираем куколку Куроми по частям полностью. В прошлых роликах мы уже собрали голову и тело. Это у нас такой вот домик, в котором у нас живет Куроми. Открываем кофточку и смотрим. Какая сегодня кофточка будет у нас? Полосатая. Посмотрите, полосатая кофточка. Сейчас мы ее аккуратно приклеим. Вот так вот. Да, почти-почти аккуратненько. Тут немножко вылезает, но ничего страшного. Такая вот у нас кофточка. Ну что ж, до следующего раза. В следующий раз мы уже приклеим брючки и аксессуары. Коллекция «Вопрос-ответ». Да, что у нас сегодня? Новый вопросик. Открываем и смотрим. Любимые вкусняшки. Такой вот вопрос. Любимые вкусняшки. Вообще я люблю фрукты и пиццу. Пиццу я делаю всегда сама. Почему? Потому что я вегетарианец, это во-первых. А во-вторых, я люблю есть только то, что сама приготовила. То есть я 100% знаю, что я туда положила. Чтобы никаких ни аллергических реакций не было, ни отравлений и тому подобное. Я делаю пиццу вегетарианскую. И вот это именно есть такие мои любимые вкусняшки. Я не часто ее делаю, но вот когда мне что-то хочется такого интересного, то есть я делаю пиццу. И
фрукты ем. Мой любимый фрукт – это банан. Банан я люблю с шоколадной ореховой пастой. Давайте приклеим вопросик вот сюда вот. И идем дальше. Коллекция, новая коллекция «Световые мечи» для Николая Грищенко. Сегодня мы узнаем, как выглядит световой меч Йоды. Где-то я тут оставила уголочек, вот он. Давайте открывать. Так. Ну и смотрите, вот так вот выглядит световой меч Йоды. Под номером 5. Вот так вот. Идеально он сюда подошел. Коллекция «Головоломка 2». Здесь у нас название коллекции. И Райли. Мы ее вот так вот убираем. И здесь у нас сколько? 9 эмоций. Давайте посмотрим, кто сегодня у нас. Кто сегодня? А это эмоция из первого мультика «Головоломки». То есть новая эмоция нам сегодня не попалась. И чтобы было интересно и мне, и вам, пишите, как зовут эту эмоцию в комментариях. А мы ее приклеим вот сюда, вот под номером 9. Так, первая эмоция в нашей голове. Ну что ж, на этом все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк этому видео и пишите добрый комментарий. Всем всего доброго, всем пока!